7 декабря я нахожусь около буржуйки, которую снова затопил всякими гнилыми остатками, которые я сегодня привез из леса для того, чтобы испытать сепаратор. Вот здесь сепаратор на 20 литров, в котором почти полностью находится отработка, которую я взял в автосервисе. Для того, чтобы тяжелая фракция вода отстоялась и ушла вниз, бак этот стоит рядом с печкой, буржуйкой. Вот я ее открываю, горит, и в течение 12 часов он потихоньку нагревается до комнатной температуры. Благодаря этому сверху остается легкая фракция, которую я набираю в чистую посуду. Значит, здесь кран на 3/4, чтобы отверстие было побольше. И дальше я вот так подставляю емкость и открываю кран. Процесс пошел. Струя очень быстро заполняет посуду. Главное на себя не пролить. Снизу хорошо поджимать. Вот так. Ни одна капля не пропала. Закрываем. Закрываем плотно. И отставляем в сторону. Таким образом, я запас уже вот 4 емкости для того, чтобы затем вот на этой печи, которая работает на отработке, нагревать 5 кубических метров воды, чтобы зимой они не замерзли. Дрова, которые я беру в лесу, скоро закончатся. Вот такие дрова, мокрые, сухие, всякие. Я их использую для того, чтобы нагревать котельную и прозимовать зиму. С вами был Николай Полыга, веселый, неунывающий, идущий своим путем. Подписывайтесь.